Здесь бал выпускников, и чествуют здесь всех. Пусть в этой жизни им сопутствует удача. В Тобольске в четвертый раз бал выпускников и чествует лучших. Гимназист Кирилл Арнгольд сдал экзамен по профильной математике на 90 баллов. Пока это лучший результат в городе. Юноша планирует учиться в Санкт-Петербурге на инженера-нефтяника и вернуться в родной Тобольск. Почему-то мне не грустно, а наоборот весело. Потому что все-таки школа дала мне знания, которые мне пригодятся обязательно в жизни, жизненный опыт. Я хочу сказать спасибо своим учителям за то, что меня обучили на очень высоком уровне, дали мне возможность проявить себя, то есть достичь успехов в жизни. Алла Арнгольд окончила школу больше 30 лет назад. Сегодня она гордится успехами сына и вспоминает свои школьные годы. Многое что изменилось, но школьные годы настолько были веселые, радужные. Мама, папа, дом, школа. Я надеюсь, у моего ребенка такие же впечатления останутся. Ксению Яковлеву тоже сегодня поддерживает мама. Она из династии врачей и планирует стать стоматологом. Грустью. Не хочу уходить за школы. Очень остаться хочется. Но все равно стремиться же надо куда-то. Грусть и в глазах педагогов. За 11 лет учебы каждый ученик стал родным. Сегодня мы привели 46 выпускников. Это наш юбилейный 25-й выпуск. Ребята, которыми мы очень гордимся, очень любим. И провожая их во взрослую жизнь, конечно, желаем им определиться с профессиональным своим выбором. В этом году со школы прощаются 675 учеников. Ольга Куричко, Алена Орехова, Рустам Рузеев. Тобольское время.